Ты знаешь, что я с Тарков? Откуда? С каких Тарков? Таркаш мне черный. Ты же черный. Ты посмотри на свое лицо. Я черный таркинец, а что? Да нет, ничего, просто странно. Странно, что ты там живешь до сих пор. Что ты живой там, черт побери. Я знаю, что там делают с черными парнями, понимаешь ты? Там не может жить другой человек. Там живут только свои парни, только кумыки и только таркинцы. У них своя кровь, у них свои постановления. Да, ты почти шею, потому что оно у тебя может быть без головы твоей, потому что там невозможно жить. Как это невозможно? Вот так вот. Я там живу, у меня есть крыша, у меня Карачаев пришивают? А че ты гонишь? Ты, наверное, им бабки даешь. Ну, даю немножко. Не так, чтобы немножко, но... Штуки 10 косарей где-то отвалил зелени. Ну, черт побери, ну я же должен где-то жить. А Тарки самое высокое место. Я люблю там высоко. Стоит за это платить деньги, поверь мне. Да, не могу поверить. Ну, есть еще другие высокие моста, мистер Ботлих. Да, Ботлих, но там травы много, я не люблю траву. Все, закрою рот пока.